20 сентября 2018 года в Нижнем Новгороде в рамках рекламного форума состоялась церемония награждения победителей второго регионального этапа Национальной премии бизнес-коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Премия учреждена Ассоциацией коммуникационных агентств России. Организатором регионального этапа выступила Торгово-промышленная палата Нижегородской области. Маркетинговая индустрия в регионах – очень перспективное направление. По всей России есть множество действительно талантливых и достойных специалистов, разрабатывающих проекты на высоком уровне. Задача премии – помочь специалистам профессионально развивать индустрию. Призерами премии в этом году стали компании из Нижнего Новгорода, Нижегородской области, Кирова, Перми, Казань, Самары и Нижнекамска. Все они представили работы, открывающие новые перспективные рынки и использующие уникальные технологии управления бизнес-процессами. Победители будут представлять Приволжский федеральный округ на главном этапе в Москве. Участие в премии – это демонстрация активной позиции на рынке, подтверждение лидерства в индустрии и шанс заслужить признание со стороны профессионального сообщества. Приглашаем к участию в 2019 году!